переживаете, не кипишуйте. Не кипишуй, все ништяк. Все. Мы работаем за гончарным кругом и также лепим из природной натуральной глины. К нам приходят не только дети, также и взрослые люди любых возрастов. Идея пришла, когда я занималась рисованием, то есть у меня была группа для деток 4-6 лет. Мы начали лепить только из пластилинов, из соленого теста. От этого и пришла идея как-нибудь открыть для нашего города именно творческую студию с гончарным кругом, ну, с гончарным ремеслом. Мне рассказали про национальный проект «Бизнес Бастау». Там мы прошли обучение, получили сертификат. Вот с помощью «Бизнес Бастау» вот, открыли такую вот студию. Планов очень много, но хочу в первую очередь повысить свою квалификацию, конечно же, расшириться, взять дополнительных учителей, керамистов. И также открыть несколько точек не только в нашем городе Кокшетау, также в ближайшие города, вот Щучинск, Степногорск, вот так вот. В первую очередь, конечно же, это не бойтесь, в вторую очередь это не переживайте, не кипишуйте, все будет идти своим путем. Самое главное — это сделать первый шаг, дальше все получится.